историческую программу «Железный марш». Вы смотрите телешоу «Железный марш». Вы смотрите телешоу «Железный марш». Вы смотрите телешоу «Железный марш». Марш! Мы рады приветствовать вас на открытии фестиваля «Железный марш 2012». С утра была великолепная погода. Прям как писал Клещеев, уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною. Согласны со мной? Все радуемся, встречаем весну и фестиваль «Железный марш 2012». И сейчас перед вами выступит группа «Грант». Это московская дэт-команда, которая сегодня привезла свои инструменты в моднейших стальных гробах. Представляете? Бодрый штука. Ну что ж, да, мы продолжаем наш вечер в преддверии выборов. Очень вечеринка, которая посвящена первому фестивалю «Железный марш». И, кстати, благодаря светлым силам мы нашли историческую голову. Вот видите, башка вон там висит, например. Вот эта башка реально, которая висела в крыле Советов там, на первом фестивале «Железный марш», например, в общем-то. Так что можно дико ей поклоняться, например, в общем-то. Вот. И, допустим, если к ней прикоснуться, например, да, называется, вот, то, соответственно, вам сразу будет сулить удача в делах, в деньгах, и вы сможете отпороть дикое количество герлов, например. Это команда Eternal Deception, которые приехали к нам сегодня из Краснодара! Привет, Краснодар! We'll be right back.
«Железный марш» начался сегодня, 3 марта, в Моноклабе. Вместе с коррозией металла мощнецки зарубила группа Eternal Deception, которые приехали к нам из Краснодара. Итак, ребята, какие у вас впечатления от мощного выступления? Трэш, угар, великолепный металл, великолепная публика. Мы жаркого края приехали. Вроде как краснодарский, велико жаркий. А здесь адски жарко, угар, металл. Все счастливы и довольны. Ну, во-первых, в поезде был адский угар, это во-первых, потому что мы ехали почти полтора суток, вот, выпито огромное количество бухла, вот, но мы, как все-таки приличные, нормальные ребята, себя старались держать в руках и не беспокоили нормальных людей, которые тоже ехали на концерт «Коррозия металла», угорая тоже с Краснодара, вот. И попался некий, короче, контрацептив, короче, который дико, короче, всем портил настроение, его полвагона, в общем-то, хотело убить. Вот, но все-таки как-то он взял в себя и, ну, видимо, парень жить хотел. В общем, все обошлось нормально. Вот. А вообще, вот хочу сказать про фестиваль. Я просто-напросто дико угорел с публики, на самом деле, московской. И просто здесь вот именно движение металла мне очень сильно понравилось. То, что все, короче, это металлисты, короче, и вообще угар, вообще дико, все охуенно, заебись, короче. Главное, что я хочу сказать, то, что никогда не покупайте бухло у проводников в поезде, потому что они все дико служат сатане, и в этот портвейн подмешивают дикий бутерат, от которого потом едет крыша, и просто невозможно себя чувствовать человеком нормальным. Так что и баклофен, да. Никогда не покупайте бухло у проводников, запомните. Спасибо за дикий угар, мы очень классно здесь отдохнули и, ну, я думаю, мы набрались достаточное количество опыта. Мы играли на хорошей сцене, с хорошим звуком и с хорошими людьми общаемся, это вообще приятно. Вот, металл. Oh!
В этом году мы планируем устроить на 1 июня Зелен 5 парк имени Горького, например. Чтобы сделать как в старинном стиле, например, что-то громадный, мощнейший open air, и все будет заебись. Всем. Корпорация тяжелого рока представляет ежегодный фестиваль «Железный марш 2012». Концерты пройдут по всей России. 3 марта – Москва, 9 марта – Краснодар, 10 марта – Ростов-на-Оду, 16 марта – Уфа, 17 марта – Самара, 18 марта – Пенза, 25 марта – Воронеж, 6 апреля – Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Хедлайнер фестиваля – группа трэш могильного рока «Коррозия металла». При поддержке диско-группы «Бурый медведь» будет адский угар и Рубилова. Всем дико ломиться! Yeah.